Дорогие друзья, этот ролик посвящается путешественникам, которые любят получать новые эмоции за рулем автомобиля. Поэтому предлагаю вам также прокатиться по национальному лесу США, называемому Эльдорадо. Национальный лес Эльдорадо расположен в центральной горной цепи Сьерра-Невада в Восточной Калифорнии. 72% этого леса находится в округе Эльдорадо. В позапрошлом веке Джеймс Вильям Маршалл обнаружил золото в районе города Коломна, после чего население Калифорнии стало стремительно расти за счет шахтеров, которые надеялись разбогатеть. В будущем этот округ назвали Эльдорадо, получившим свое название в честь легендарно богатой мифической страны. Округ Эльдорадо был один из первых 27 округов штата Калифорнии. Но когда золото стало истончаться, столица округа была перенесена в город Плассервилл. Друзья, всем прекрасного настроения, успехов, ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч!